17 октября социальный досуговый центр для подростков и молодежи открыл новый сезон интеллектуальных игр «Брейринг», темой которой стал советский кинематограф. В игре принимало участие 7 молодежных команд. Команда Сибирьковского технологического техникума, профессионально-педагогического колледжа, медицинского колледжа, ВЛГТУ, команда подросткового клуба «Ровесник», подросткового клуба «Фантазер» и команда школы номер 7. С каким предметом ходил мальчик, который постоянно задавал вопрос: «А что это вы здесь делаете, а?» Из кинофильма «Добро пожаловать» или «Посторонний вход запрещен». Время. Ну, мы уже, конечно, выяснили, что этот фильм... Что? Сачок. Сачок. Совершенно верно! Это был сачок. Внимание на экран. Ах ты, сучка ты, крашена. Совершенно верно. Это любовь. Вот так приятно, когда просто раз и нажимают. Игра прошла в теплой дружеской атмосфере. Все команды показали хороший уровень эрудиции. В упорной борьбе победу одержала команда медицинского колледжа, вырвав победу в финальном раунде у команды СТТ. Дмитрий Меркулов, видео Михайловка. Какая гадость, это уже дрянная рыба. Три, два. Ирония жизни или ирония судьбы? Совершенно верно! Третья команда, занявшая третье место в городской интеллектуальной игре «Брейн Ринг», команда подросткового клуба «Ровесник». Молодцы! Команда СТТ, занявшая второе место. Вы храбро бились, ребят. Держи. Команда медицинского колледжа. Впервые в своей истории нарастают аплодисменты. Занимайтесь.